Орловчане отправили более 400 жалоб на управляющие компании. Об этом заявил Виктор Сенюшкин, руководитель департамента надзорной и контрольной деятельности области. Люди сетуют на протекание кровли и некачественную уборку снега на дворовых территориях. Жилинспекции проводятся проверки. Управляющим компаниям уже выдано около 120 предостережений. Работы по очистке крыш от снега и обработка противогололедной смесью придомовых территорий проводилась ими несвоевременно и не в полном объеме. Андрей Клочков поручил профильному департаменту обеспечить контроль за деятельностью управляющих компаний. Я прошу, чтобы здесь жилинспекция не дожидалась неблагоприятной ситуации, а вместе с главой муниципальных образований предпринимала шаги, ну и по управляющим компаниям. У нас ряд управляющих компаний считают, что они никому ничего не должны. И здесь необходимо подключаться, меры реагирования в том числе –